Продать барахло. Да, мне, кстати, тоже нужно продать барахло. Барахлишко. У меня есть какой-то желтый непроходимый самодельный щит. Здоровье. Может, это он. Пистолет. Не нужно же это все? Не, пистолет не надо. Если только не Легу найдешь, то... Двадцать 23-39 ножи, мечи. Не надо. О, амулет попался под мой навык. У меня же силовая волна, по-моему, навык. Блин, челик, а нет, не мог поближе встать, который с инвентарем. Блин, как его? Контрабандист, короче. А, ну да. Бегать к нему уже там уже надоело. Настый. Свои скиллы, наверное, выкачивать лучше пока. Я вот думаю, 30 уровней потратить, чтобы вкачать. Замаксить строчку вот эту, нижнюю, чтобы последние скиллы. Здесь два скилла. Один на защиту, прям на деф. А другой на урон. Пассивки. То есть ее можно включить, и она будет работать. Или пока в умение качаться. Я пока от балды что-то там ляпаю. Если честно. Ну я в принципе левую кнопку мыши прокачал. Рывок, но можно потом будет докачать. Я, наверное, нижнюю полоску пока буду качать. Все равно играем, ну, на нормале здесь, не критично, а от слова совсем. Все равно пассивные вот эти свои. Блин, надо набожность. Ты пока думаешь, что купить, продать? Так. Я пока думаю, что... Тебе вот такой амулет нужен? Возле меня валяется. Бегу. Товарищ амулет сестры. Здоровье. Опасил. Так у меня пока на мне точно такой же напален. Да? Да. Сбери его себе. Да, продай. Ладно. Продаю тогда. Потому что на мне сейчас именно он. Это мы получили за квест у тетки. А, одинаково дали. О, у меня амулет. Могу еще один. Синий есть. Блин.
А синий амулет тебе нужен? Амулет глаза. Синий амулет, как он выглядит? Сейчас. А, если что, продашь. Окрит, тихий нейрон. Ладно, с освещение, что? Ну, это, видимо, для мага, наверное. Химия, разумеется, секундер. Не, мне не надо продать. Да, продавай. Так, я пока подумаю над набожностью. Блин, тут ножик за 3 370. Чё так дорого? Ладно, придется купить. Куплю крутые какие-то бритвы. Классные. У них скорости выше. Блин, звук как из Диабло. Да, похожий. Это когда продаешь или? Когда в инвентаре переставляешь. Mm-hmm. Прям вот вообще из первой Диабло. Левая рука. Что из них левая рука? Как понять? Что за пиджак? Угрожающий пиджак. Порядок, что ли? Блин, здесь, короче, так рассчитывать тысяч, нужно, да. Это просто жесть какая. Мне кажется, мы не на той уровне, не на том уровне сложности играем, чтобы что-то рассчитывать. Ну, к тому же можно. К тому же здесь можно обратно же их вернуть, так что. Угу. Можно в питомцев пойти. А. Ты уже другое выбираешь себе? В смысле, другое? Я имею в виду, у меня это набожность, я просто смотрю, что здесь дает. А, ты набожность чекаешь? Угу. Я что-то, это, слишком такие дебри. Мне кажется, проще вики открыть там, почитать, потому что здесь неудобно. На вики, наверное, удобнее читать, именно описание. Ладно, если я в танк иду, то пойду в ветку порядка. Здесь в созвездиях вот эти есть еще такие крупные звезды. Это навыки. Да? Да. А вообще как это все? А, вот такие, которые. Которые вот так обведены, да? Да. Черепаха воплощает стойкость из несгибаемых преданностей. А здесь просто можно еще наводиться на. Ладно, пойду сюда. О. Нажимаешь на одно,
тебе сразу открывается, что доступно, что ты можешь качнуть. Пойдем убивать. Да, все, идем убивать. Портуюсь. Давай, я тебя догоню. Ну, пока немножко урончик. Туманные низины, короче, портуюсь. Давай. Немножко урона себе качну. А, блин, ладно. Туманные низины? Да, туманные низины. Там надо выйти вот из этого подземелья. Вот это музон. У нас звездочка, кстати, горит. Все. Угу. О, да прям какой-то чиллаут, вейв. Подожди, а почему у нас там звездочка? Значит, мы что-то там не доделали. Ну, там этот динамит надо. А, динамит, ладно. Слышишь эту музыку? У тебя, да, слышу. О, окраина чертополоха. Нам как раз нужно что-то где-то сделать. Ого, там. А ну-ка иди сюда, мразь. Так, я себе знаешь, что сделаю? Я сейчас себе переназначу кнопки на ВСД. Ну просто 1, 2, 3, 4, 5 мне неудобно жать. А я себе, да, уже на F-ку назначила одну кнопку. Потому что... Сейчас, управление. Ячейка быстрого доступа будет... Вот это. Что же себе так сделала? Что не дотягиваются до кнопок. Рапорт разведки чертополоха надо прочитать было. О, открыли. А там что? Подожди, вот сюда. Ну, к этим к челикам мы к ним не сходили. Читай. Или я? Давай ты. Oh, hello, travelers. Дункан. Здравствуй, Дункан. Дункан. Здравствуй, путник. Если ты собираешься обследовать окрестности, было бы неплохо, если бы ты помог нам кое-кого найти. Сам я немного занят в кузнице. А кто пропал? Мой учитель Ангрим покинул наш лагерь сегодня утром. Он решил найти группу выживших, более достойных наших кузнечных талантов. Мы не сходимся во взглядах в вопросе о том, кому мы должны помогать. Ангрим хочет снарядить армию достойным оружием и принять бой с эфериалами. Я предпочел бы сохранить столько жизней, сколько смогу, и неважно, могут они воевать или нет. Я хочу помочь этим людям, но без кузнечного молота, священного молота Менгира, все мои изделия яйца выеденного не стоят. Кузнец, нам и пригодился мастер в Перекрестке Дьявола. Если ты получишь молот Менгира, я с удовольствием присоединюсь к вам в Перекрестке Дьявола, после того, как помогу здесь. Пожалуйста, поищи моего наставника и верни молот Менгира. Я видел, как он отправился на северо-восток. Он не мог уйти далеко. Хорошо, я найду его. Молот. В общем, если задание выполним, у нас чувак появится, который нам что-то ковать сможет. Да, здесь только пещера. Чем здесь были что? Нет. Да. У меня какая-то карта. О, у меня тоже. Так. Ладно. Значит, тогда. О, куча. Блестящая.
Ну, тогда... Сюда. Блин, а точно там... В той звездочке мы там именно... Динамит, потому что мы сейчас были в пещере, где как раз динамит. О, вот хилки какие-то. Какие хилки? Ну, чувак хилил, прям крестики над ним были. Mm. Гробы. Здесь вот, например, у танка агр, как бы, не нужен, если ты с солямбой играешь. Ну да. Блин, нигде танку агр не нужен, если ты в соло играешь. Что? Монстры-герои? Те, которые со звездой. Я не успеваю подсказку читать. Я тоже. Мой агр хоть немного помогает, иногда. Я не знаю. Колбасец по физике. Ты быстрее распадываешь. Не, у меня что-то начал, блин, сейчас печенье ложки убивать. Не, с двух ударов. О, ну, а раньше алтарь. Да. Так, пожертвуй, иди сюда. Да? Жертва. Мусор опять очередной навалили. Можно сверху выйти.
над тобой вот этот... Твой баф или это дебаф? Нет, это не мое. А, это дебаф. Поломанный меч. Происходит. Угу. Так, я уровень обнул. Сейчас, подожди. Я сейчас ближайшие 10 уровней буду просто... этот, ну, пассив прокачать классово. Буду тупым. Ты где? Чуть ниже пошел здесь. Mm. Эти пеньки пропустили. Так, а ты фильтры смотрела, кстати? Да что-то смотрела, я не понимаю, как им пользоваться. Сейчас, где они? О, нажми. То есть, типа, а. Если я поставлю, чтобы не выпадали обычные предметы, они просто не будут выпадать, что ли? Это показать, скрыть. Я не понимаю, как это должно выглядеть. А где скрыть-то, куда показать? Показать, скрыть предметы обычного белого качества. Можно их просто... А, все, я понял. Знаешь, как это работает? Сейчас к тебе приду. Ой, ну, в смысле, я смотрю на твой экран. С толпой разберусь. Просто тут есть, например, железяки, они обычные. И что, типа, они не будут собираться? Не-не-не, фильтр — это отображение. Ого, тут пошла. Сейчас. Так, покеш. Далековато. Ну вот, например, допустим, пойдем со мной, потому что я там был. Так. Где какой-нибудь белый предмет? Вот, например, смотри, видишь? Вот. Да. Белый предмет. Фильтр. Оп, и он не отображается, не мешает тебе. Не, они сами, во-первых, они сами подбираются вообще автоматически. Так, малина. Или это касается только шмоток, а компонентов не касается, или как это, блять, вообще? Использовать настройку, если хотите искать только наиболее мощные редкие предметы или вражескую экипировку. Ну, допустим, уберу я обычную, чтобы не мозолили. Я тоже обычную убрал. Потому что мы их все равно не собираем. Да. Ну, здесь как бы много предметов выпадает, и тебе, например, ну не нужно. Тебе же деньги, например, уже не нужны.
не нужны. С чего вдруг? И ты условно ты так, просто монетками. То есть ты ничего не продаешь, а просто... Вот, в итоге можно спокойно там, что нужно фармить конкретно. А, блядь, стройка сраная. Да, достаточно материала. Ничего. Оттуда что-то выпало, но... Оно, значит, было белым. Ну, а теперь не будет этого дождя из шмота. Ты приходишь и что-то разбираешь. Я не достаю уже до другого ящика. Ничего у меня, по крайней мере, не выпало. Я тоже не представляю. Это глазики. Ну а ты его с одного удара убил, мне надо 10. Ну так я скиллом. Мне тоже скиллом. А ты простой ЛКМ-кой убиваешь их с двух ударов в основном. Вон, это черт полов даже. Вокруг разлома полно богов написано. Тоже поубирать. Не, зелень это редкий, это лучше, чем золотой. А, надо золотые поубирать. Ну, желтые, не золотые. Ну, блин, за них деньги дает, а там просто покупать там дорого, блин. Очень. Поэтому придется пока это денег. Он разлетелся, блин. Ты тоже, да, пытался через стенку пойти? Да, блядь, где вход-то? Ну, пока я добегу, ты уже, ну, чаришься у них. Я только двоих могу убить. Ну, вообще, ранее. Ну, не знаю, сейчас толпа была, то я всех убил. Толпа из трех, блин. Один остался. Не надо тут.
Фига какой чертополох, не маленький. Да, кстати, мы лестница вниз здесь. Сейчас подожди, давай еще туда сходим. Просто мы сейчас начали как-то хаотично бегать, и я потерялась. Давай тогда ты иди. А тут можно обойти? Нет. Брух. А не, железки, кстати, не относятся к белому говну. Железки, блин. Ну, в целом, видишь, как бы мир, разруха, все дела. Что за деньги, кому за деньги нужны. Вот а так, железки да. Это, ну, крышки. Как пульки, да. Крышки, пульки. Ну, крышки это... Ну, здесь нет крышек. Хотя здесь почему... А, здесь пульт тоже нет, здесь у них эти... Чем мушкеты заряжали? Дробь? Да. А, все, там уже не чертополох, там порт. О, что-то здесь есть. Говно какое-то. Мусор и труп. Так я занес попком, но выпадало. Ну, у меня ничего не выпало. А ты желтый скрыла? Желтый? Какой желтый вскрыла? Золотые шмотки, ну, эти, магические. А, нет, оставила. Ну, там один что-то сидит. Блин, не убил. Ну, паёк, берись. Просто ходишь, все выкашиваешь. Пока что. Пока что. А как туда пойти? Ну, наверняка дверь там, с другой стороны. Угу. Ну, ладно. Вот здесь. Здесь. Пол есть. Пойдем в пол. Сразу крысы до стены набежали. Коса. Магический двуручный топор, блин. Коса смекалки. Почему топор? Апчик. Щиты, на, я... Вот тут у меня щиты какие-то повыпадали, чекни. Угу. Блин, у меня красивая шапка выпала. Я не могу ее напялить. Потому что я чмошник. Да, зеленый щит лучше. Который меня тянула? Да.
Ну-ка, прочная дубинка, безумие. Получше будет. Она такая медленная. Хотя нет. Да. А мне лучше топор. Пусть ДПС даже меньше, но... Ого. Каменный алтарь. Повываливалось, блин, все. Ой, труп здесь еще рядом. Ой, из него повываливалось. Тебе пистолет дали, да? Нет. Мне дали пластинчатый б... Короче, какой-то щит, на. И вот это еще, блин. Какие-то щиты. Вот, вот эту. Сейчас, подожди. У тебя телосложение сколько? Телосложение 171. На, вот эту штуку возьми. Губка готова. У тебя в слоте ленты что-нибудь есть? Нет. А, нету. Вот эти еще штуки. Смотри. Лента. Лента. Редкий компонент. А еще слот камень, да? Или да, что какой-то, это за слот? Какой-то а камень. У тебя есть какой-то? Нет, у меня пока вот нету. Еще. У тебя сколько дух? 117. Ладно. Шляпа модная, ну там на 170 духа. Ну, у меня, кстати, тоже. Не, мне что-то эта куртка не очень нравится. У меня просто на тебе на пояс на искусность, может быть. О, давай. Шнур. 8 искусности. А 8% искусности это больше, чем просто 4 искусности. А ты надевай и смотри на. Я так и делаю. Я на эти цифры, прям мне очень тяжело ориентироваться, и мне проще на суммарно, что меняется, не меняется. Потому что здесь, ну, что-то... А, кстати, PAD... Что? Блин, здесь столько параметров просто. Угу. Сиди наяривай. Да. Этот, во вторую вкладку у тебя персонаж есть, и вкладка номер 2. Урон за удар. Обычно атака 370-440, а у тебя? У меня просто урон 57-180. А, у меня... А, подожди, ты мне что сказал? А, ну у меня ритм это то, что в левой кнопке мыши, но там фишка в том, что это третий удар будет, а не... То есть я наношу 60, ну,
57-180 урона. У меня просто урон 240-309. А, у тебя в два раза больше, чем у меня. Просто урон. А у тебя скорость атаки какая? 97. У меня 110. Атак в секунду сколько? 1.83. 2.07. Ладно. О, господи. Что-то не так. Ой, блин, как много статы. Угу. Да, у меня уже это голова. О, какой-то отвалилась. Шлем. Не, он хуже, чем эти кучи. Самый сильный враг, Примордиан забытый. Типа, самое сильное существо, которого я убила. Я в этот в магазин. Ладно, я тоже. То у меня все забито. Магазин. Да, я понял. Наверное, можно все продать. О, сухпаёк с кого-то выпал, то я подберу. Амулет плюс 14 искусности нужно? А, наверное, надо. На, посмотри. Надену, наверное. Могу перчатки себе надеть. Нужны эпические перчатки, они правда к колдуну, но может быть будут лучше, чем твои. У меня 105 броня. А у тебя 105 броня? На перчатках. А у меня 29 на перчатках. Да? Ну, у меня просто пока не выпало ничего интересного. У меня, кстати, так редко перчатки выпадают. Хотя эти перчатки... А, плюс 7 скорости атаки. Поэтому у меня лучше так синий поношу перчатки. Нашел череп. Джон Бэбон говорит, уже нашел разлом в чертополохе? Как вообще обстановка в деревне? Там полно эфирелов, но вокруг разлома безопасно. Отличная работа, пока тебя не было, я разобрался с документами прежнего хозяина этого кабинета и думаю, у нас появилась новая цель.
Как ты уже знаешь, эфирелы могут вселяться в людей и подавлять их волю. У меня всегда были подозрения, но теперь я практически уверен, бывший комендант этой тюрьмы стал одержимым задолго до мрачного рассвета. Почему ты так уверен? В записях журналов полно пробелов, заключенные просто исчезали, словно их никогда и не было. Личный дневник коменданта дал более полную картину. В течение многих лет он переводил заключенных в секретное место под особняком в деревне Чертополох. Зачем, не знаю, но уверен, что точно не для реабилитации. Также встречается несколько упоминаний об эфириалах и разломах. Разреши этого человека или то, во что он превратился. Где мне его искать? У коменданта Крига был особняк в северной части Чертополоха. Если верить журналам, то в его убежище можно попасть через подвал. Боюсь, мне больше нечего добавить, но если мы хотим нанести ответный удар силам эфириалов в этой местности, то комендант — наша первоочередная цель. Я его прикончу. Все. Блин, нужно сделать задание кузнеца. Кузнеца, а что ему надо? Кузнецу нужен этот. Поговорить с Ангримом на окраине Чертополоха. Ну, на окраине Чертополоха. Телепортируемся? Угу. Вот, окраина Чертополоха. Я тогда портанусь в окраину Чертополоха. Разлом окраины Чертополоха, да? Я не знаю, там просто какой-то портал есть. Над ним написано «Окраина Чертополоха». Там сам портал по-другому можно... «Разлом окраины Чертополоха» написано. А, ну ладно. Ну я, в общем, сюда же. Только нам нужно... Нам вот нужно... в пещеру... Он... Пещера, может быть? Мы в пещерах не были наверху. Вроде бы не были. Ну, пойдем посмотрим. Хотя они, по-моему, были здесь. Были. Были, да. Ну, пойдем выше тогда. Вот проблемы. Просто, блин, какая-то мясорубка вдвоем. В одиночку это, наверное, выглядит не так мясисто. Гниющие луга. Можешь нам сюда? Ну, я вижу звездочку. Ах ты же, блин, фига себе, они там хилят. Я даже пробить не мог, челика. Знахрен. Да бля, сюда иди. Козлина. Он бегал с той же скоростью, с которой я за ним бежал. О, это звездочка? Да. 15к. Но он быстро сейчас сложится. Вот и все, сложился. Да господи, хоть что-нибудь падает нормальное, блин, а не... Все говнина какая-то, желтая санина. Так, стой.
Блин, выпала синяя корона какая-то, типа как у Саурона, но она магическая, и 24 уровень нужен. А как правильно, Саурон или Саурон? Не знаю, мне кажется, Саурон. Включи в оригинале «Властелин колец», послушай, как там говорят. Сраный шаман. Хилит, блин. Ксюша, приди, толпу победи. Ну ты сам там один справляешься, неплохо. Вот дневник Алистера. Чё? Дневник Алистера. Ой, Дункан, Алистер, блин. Морриган встретим? Милтона встретили. Милтон. Кто это? Изолирующая мазь. Говно какое-то. Мама велела мне вести дневник. Так, сейчас самое подходящее время. Я ведь опять наказан. Это дневник Алистера. Тебе зеленая лента нужна? Зеленая лента? Ну, что там? Лента дикости. Тебе вернуть? Да, оставь себя. Ну ладно. Ну, мусор мне, короче, это потихоньку скидываешь. На продажу? У тебя сколько денег, кстати? Денег у меня 40 тысяч. Я себе топорик купил зеленый за семнашку. Ни хрена себе, да, ты чё, буржуй? Ну да. Я себе там, блин, дай бог, за 3 тысячи какой-то ножик вонючий для масла покупаю. Вот такие большие. А чё они лопнули, блин? Врезались в мой щит. Блин, так хорошо, что я в этот круговой удар не пошел, а пошел в круговой. А что с круговым ударом тебе? Ну, в плане, ты должен в толпу входить и убить. Рывок он в этом плане. Ну, как любой танк, он медлительный же, ведь. Пока добежишь, пока... Тут это, подземелье, пойдем? Пойдем. Мы, кстати, одно подземелье пропустили. Иди, срать меня. Вернемся. Что-то, по-моему, тут были. Да нет, в каком-то очень похожем. Что ты за колдунство на них наводишь, что у них у всех хп отнимается? Это агр? И что, у них хп агром отнимается, что ли? Ну, а, кстати, я не смотрел. Чего я не могла вскрыть вот этот пенек, в котором ты сейчас стоишь? Снижение здоровья на 33% у врага. То есть он не наносит урон, он снижает им хп. Ну, в принципе, получается, наносит урон. Просто 33% минус. А
я не обращал внимания, потому что ты приходишь и этим клинком... Да я не успеваю даже прийти что-то сделать. Пока я до них добегу. Так я тоже... Мы с тобой на самом деле из-за того, что ну оба мощные, мы... Мощные, блядь, на первом... На обычном уровне сложности. Даже как-то стыдно так играть. Давай поставим это, зубодробительный хардкор. Это типикал Ксюша. Сейчас такая, ну что даже скучно играть, стыдно играть на каком уровне сложности, на другом. Ой, мой персонаж говно. Там проход, но он... Завален. Ну, блядь. Я, видимо, портуюсь. Ай, блин. Блин, ну куда? Этот сраный чертополох, он какой-то безразмерный. А вот эта дырка, вот в этой дырке, по-моему, не было. Мне кажется, было. Нет. Здесь как раз надо с другой стороны подойдем. Да. Да. Как раз. Не смешные приколы. Там еще вижу подземелье. Приказы культистов. Братья крови. Предмет задания. Ой, я теперь его еще и таскать с собой. Да. Все, что фиолетовое, это... Дайте отпор Дирине в перекрестке дьявола. Ну-ка, стой, что там пишется? Что? Нашей целью теперь является... Так, мы переносим наши действия за пределы города, где мы можем возобновить продвижение наших планов без помех. Нашей целью теперь является перекресток дьявола, где наш новый агент Дирине успешно саботировал их водяной насос. Скоро та надоедливая группа будет вынуждена покинуть свое убежище, и они окажутся в нашей милости. Готовьтесь, братья, скоро мы будем пить их кровь. Дык. Клинок Хтона. Дык, а мне тут это... Дык. Иду. Да один раз можно нажать. Но он не понимает с одного блик раза. Так, мы здесь... Были. Были. Только... Да, были. Мы можем вернуться сейчас в эту, в перекресток дьявола, там отразить какую-то атаку. Тут еще пойдем.
Как вообще нормальный шмот-то получать? Ну вот так. Рандомить. Играл, а ты что, в бордушке не играла? Играла, но только сразу шмот падает. Нормально. Нормально, блин. Ага, играешь 100 часов, и каждый раз тебе нормальный шмот падает. Ну, смотри, здесь мне падает только, как сказать, короче, третьего уровня упала только один раз шмотка. В борде, ну, очень быстро падает на уровневая. О, какой-то челик. Бродяга Харви. Ты сломал мою дверь. О нет, сгнившие услышат тебя. Они придут, чтобы найти малыша Уолтера и меня. Подожди, ты не из этих? Нет, нет, ты не смог бы найти нас, будучи сгнившим. Они никогда не додумались бы посмотреть здесь. Перекресток дьявола безопасен, я могу взять тебя туда? Нет, нет, я не могу, нигде не безопасно, кроме как тут. Мы должны остаться здесь, да-да. Я настаиваю. Я не могу позволить тебе все разрушить. Забудь. А, ты охуел? Вообще. Говно. Вот так вот, блядь, помогаешь этим ублюдкам. Помогаешь. А им насрать. Какая-то лаборатория. О, кстати, да, ну-ка, пошариться по ней, посмотреть. Смотри, банки с законсервированными внутренностями. Хех. Я смотрю. Там звездочка. Даже две. Вижу. Угу. Почему они проходят мимо меня? В целом. Не знаю. Охуенный агр. Не накачиваешься. Звездочка. Может, даже три. Угу. Нет, две, где-то третью видишь. Еще правее. Где лестница вниз была? Нет, у меня только две. Ой. Кто-то здесь был недавно. Наверное, крыса. Челик. Дарлет, я не могу поверить, кто-то нашел меня здесь. Я спустилась в этот подвал в поисках припасов, но была отрезана от поверхности мертвецами. Теперь я не знаю, что делать. Меня послал Каспаров. Я могу
открыть разлом и доставить тебя в безопасное место. Ты можешь это сделать, не думаю, что стоит доверять тебе, но другого выбора нет. Открываю разлом. Вали. В деревню. Угу. Ученица изобретателя. Что-то, наверное... Это та, которую он сказал, типа, где-то шляется, приведи меня. Там выход. А там типа еда есть? Как к ней пройти? А, вот, прошел проход. Иди сюда. Видимо, там, где значок еды вот этой. Это шмотки? Там шмотки, да. О, я могу наконец-то. Огромный отвод. Хуже, чем мои джерри, непонятно. Ботинки на скорость бега нужно? Нет. Да, надо. Давай, хочу быстрее бегать. На. Я подбери и сюда принесу. Угу. Репутация обновлена. Вы получили... Блин, не увидела. А, вот Ай. Ты репутацию получила? Мне нет, ничего не я, было. Блин, где убить вот это меню репутации? Меню репутации в этом, когда к торговцу приходишь? Нет, тут есть отдельно, увидите у всех сразу. Фракция, вот кнопка фракции, J. Вот так это J была, блин, почему она выглядела как I? Блин, игра. Вот, короче, банда Кронли враждебные, хтоницы враждебные, эфириалы приверанные. Короче, а у меня враждебные эфириалы. Да? То есть можно еще к разным... В общем, вот банда Кронли враждебная. Что-то это... Ненавистные. А, можно ненавистные. Понятно. С ними нельзя подружиться. Ну и как бы хер с ними. Статус презираемый разблокирует увеличение числа врагов. Статус ненавистный разблокирует дополнительного героя. Что за какого героя дополнительного? Я вот эти смотрю. Что за герой дополнительный? Ну, в плане убивать, наверное. А хотя, может быть, не знаю, дополнительный герой. Может быть, это класс, наверное. Они же покупаются этим. Не, ну, может быть, отдельно еще. Ну ладно. Так, ты шмотку взяла, да, взяла? Да. Ну что, больше сделать нечего. Так, стой.